эксцентриссимо. Думаете, на столе у наших олигархов только фуагра с артишоками и салат из белой белужьей икрой? Почти так и есть, но иногда они позволяют себе простые радости. Типа пиццы за $1000. В одном ресторане на Манхэттене продается такая. Если попытаться найти в ней моцареллу и прошутто, то придется стараться долго. Проще в миллионерской пицце найти хвосты омаров и икру рыб, названия которых мы не знаем и не узнаем. Даже в магазинах с деликатесами у нас такого не встретить. Но кто же заплатит за пиццу больше, чем итальянцы? В городе Салерно на берегу Тиренского моря есть ресторанчик «Не для всех». Там по особому заказу могут сделать пиццу «Луи 13». Заплатить, как и ждать, придется много. 8500 евро стоит 20-сантиметровое угощение. Через трое суток можно будет узнать, за что же берут немалые деньги. Обещают накормить из эксклюзивной посуды, на которой по-настоящему раскроется вкус норвежского омара и 8 видов сыра, сдобренного розовой солью из Австралии. И в качестве подарка для дорогого гостя приведут сомелье, который нальет немного коньяка Реми Мартен на десерт. Вот такой он ужин миллионера по-пролетарски. Эксцентриссимо.